На Ставропольском Комсомольском озере официально открылся купальный сезон. Вскоре вода прогреется, и ежедневно здесь будут отдыхать десятки и сотни горожан. Администрация краевого центра сделала все возможное, чтобы каждый чувствовал себя комфортно, а самое главное – безопасно. Спасатели, полицейские, дружинники и казаки – все эти службы ежедневно охраняют покой отдыхающих и ведут активную работу, чтобы исключить несчастные случаи. Благодаря почасовому режиму служба на озере ведется почти круглосуточно, что на порядок снизит количество нарушений. Каждый водоем – это риски, это опасность, это то, что нам кажется, что это нас не коснется в любой момент, если будет потеряна бдительность, если будут нарушены какие-то правила, понимание, может произойти трагедия. В охранную бригаду озера входит не меньше 10 человек. Вместе службы им помогают специально обученные собаки. Одну из них зовут Янта. Эта черношерстная красавица уже 2 года работает на Комсомольском озере. За это время ей удалось спасти 6 человеческих жизней. Если в воде кому-то стало плохо, Янта станет одной из первых, кто придет на помощь. Тренировки для собак проходят ежедневно. Основные тренировки проходят по 20 минут в день. А физические тренировки проходят в зависимости от того, как устает собака. После торжественного открытия начались зрелищные соревнования по воркауту. Этот вид спорта сейчас особо популярен, поэтому здесь можно увидеть плечистых турникменов. Вода, дорожки для бега, спортивная площадка. На Комсомольском озере любой ставрополец найдет занятия по интересам, а передвижные точки мороженого и холодных напитков позволят каждому расслабиться и получить от отдыха настоящее удовольствие. Анастасия Романова, Иван Дацунов, АТВ «Ставрополь».